Всем привет! Сегодня я предлагаю вашему вниманию замечательную маску от прыщиков на основе касторового масла. Касторовое масло – это настоящее спасение для кожи и волос. Оно универсально. И если вы ищете недорогое средство для сохранения красоты своей кожи, лучше касторового масла не найти, а купить его можно в аптеке. Какие проблемы можно устранить с помощью касторового масла? Это легкие морщины. Масло легко проникает в глубокие слои кожи, стимулирует производство коллагеновых волокон. Даже если возрастные изменения уже заметны, применение касторового масла поможет минимизировать их. Масло обладает осветляющим действием и отлично справляется с пигментными пятнами. Для этого его необходимо применять в чистом виде точечно. Масло способно тормозить рост бактерий, которые вызывают появление угревой сыпи, а затем и воспаление на коже. Касторовое масло способно усилить действие любой маски. Какие ингредиенты нужны для приготовления маски от прыщиков? 1 столовая ложка касторового масла, 1 сырой белок и 1 измельченная таблетка аспирина. Яичный белок обладает легким лифтинговым эффектом. Он очищает кожу, тонизирует, подсушивает, стягивает, помогает избавиться от черных точек. Поэтому подходит для кожи жирного и комбинированного типа. Аспирин снижает жировые выделения, уменьшает поры, нормализует водный баланс. Уменьшает воспалительные процессы, устраняет угревую сыпь, отбеливает, омолаживает кожу. Чтобы приготовить маску, нужно тщательно перемешать все ингредиенты. Хочу заметить, что белок с маслом очень сложно смешивается, поэтому я рекомендую сделать это блендером. Я смешала все ингредиенты, вот получилась такая масса у нас. Маска не густая, поэтому, конечно, накладывать ее лучше кистью. Маска, когда вы приготовите маску, сразу накладывайте на очищенную кожу на 10 минут, затем смойте. Перед использованием касторового масла не забывайте обязательно провести тест на наличие аллергии. А я желаю вам удачи, будьте здоровы и красивы, подписывайтесь на мой канал. Пока!